С той стороны. Это что? Покажите мне. Он хороший, но он в депрессии. Занимает обширную часть кожи головы, поэтому она не поддается операции. Нам подписали амоксиклав и метилпред. Мы пропили с ними. Ляля, позвони ветеринару нашему, пусть подойдет, послушает и поговорит там. Вот, но их кожи чая только не было, они нам мало чем, что могли помочь. Аккуратно пальцы. Сейчас приедут наши ветеринары городские и наши ветеринары. Хорош. Первое знакомство со стаканом. Ну и там тоже, вот, по-моему, это шидер. Чисто теоретически, это шидер, да, ребятки? Хороший. Хороший. Мед разбили. Кто разбил мед, а? Ай, мед разбили банку. Да, сейчас. Да. На. На, мёд. Вот так. Вот так. Тебе и тебе. И тебе. Буян на домик. Вот так, хорошо. Подождите, мне надо из этой банки что-то извлечь. Так. А ты жди своей очереди. И тебе. Вот так. Сладкоежка. Моська ты. Чаков. Сейчас напишите, а? Вот ненасытный, а? Вот так. И тебе по-честному все. Вот так, хорошо. Хорошо. Ты чавкалка. Приезд у них будет ассоциироваться с чем-то вкусным, сладким и добрым, с медом. А тому, кто в депрессии?